2, поехали! Всем привет, с вами Лилия Донскова. И сегодня мы будем дегустировать новый продукт. Это серия по уходу за руками СПА. Процедура, она идет в такой красивой коробочке. 3 компонента. Первый — это специальное средство для ванночек. Второй — это массажный специальный скраб. И массажный крем. Будем мы дегустировать все на одной очаровательной девушке. Вы будете видеть только ее шикарную руку. Будем делать на одной руке и смотреть, что получится в результате. Берем ванночку, специально такую тару, и добавляем несколько капелек. Я вот, честно, не знаю сколько, ну, не буду слишком много. Оль, погружай лапочку свою. Комфортная температура водички. Пусть она лежит. Приятно пахнет, понюхай, как пахнет. Я вообще люблю всякие пахучки. Супер. Пусть лежит где-то минут 5-10 нужно. Ну, мы так и выдержим 5 минут. Еще смотрю, когда наносишь, желательно погружать всю лапку, то есть тазик у нас маленький, чтобы вот это вот средство, оно также и... то есть везде, как маслице, наносилось. Пахнет. Итак, прошло 5 минут, лапочки у нас отмякли, вынимай, вытирай их немножечко, промокнем, сильно не надо вытирать, чашечка нам уже не нужна пока, потом воспользуемся. Мы теперь берем скраб. Ой, как пахнет, а? Ну, немножко прям скраба. Оля, у тебя сегодня будет балдежный день. Вечер. Да, вечер точно. Лапочки. Раз, так, поставь локоть так вот, все. Ты балдеешь. Можешь закрыть глазки. Я буду делать тебе массаж. Представляешь, да? Ко мне каждый вечер приходили. Вот-вот. Я хочу сказать, как будешь самой богатой женщиной на планете. Все, у тебя будет свой дом, такой вот мастер, делать тебе массаж. Ну, поехали. Что в массаже важно? Это, чтобы ручка была разогрета, она у нас разогрелась в водичке. И растираем. Трем пальчики. Чтобы она у нас прибалдела как следует. Чувствуешь, да, что скраб не сильный, такой щадящий. И что мне нравится, вот эта вот кремообразная масса кремовая, она уже тебе сразу питает кожу. То есть у нас какое желание обычно? Чтобы ручки были мягкие, чтобы ничего нигде не кололось, не торчало, да, вот кутикла вот эта, я по ней тоже прохожу, так слегка у тебя маникюр свеженький. И чтобы не было сухости, потому что у нас водичка очень плохая, каждый контакт с водой, он приводит к чему? Особенно осенью. Да, особенно осенью. Сухость, стянутость, дискомфорт. Поэтому такая процедура, она, в общем-то, делается достаточно быстро. Можно перед телевизором сесть, посидеть, побалдеть, себе самой сделать. Но когда это делает кто-то, это вообще кайф полный. Так, вот там все промассировали. Давай ладошку посмотрим, что у тебя тут. Погадаю. Ну, посмотри там, как у меня насчет экзамен. Все сдам. Ой, Оля, жизнь у тебя очень яркая, красивая, в достатке. Жених хороший. Малыши там бегают по ладошке, чувствуешь? Малыши, да? Не один. Прям хохочет. Все, давай лапочку сюда. Малыши карандаши, да. Ну, это вот все смыть нужно. В принципе, можно это сделать и здесь, а можно и под краном. Мы здесь справимся с тобой. Так, переверни немножко. Еще. Ну, погрузи и вынимай. Так, и я тоже. Так. Полотенце какое у тебя модное. Для съемок специально. Съемочное. Так, тазик убираем. И у нас еще остался один тюбик, беленький, красивый. Это крем массажный специальный. Еще один массаж? А теперь будет крем. Потом мы с тобой делали скраб, а теперь крем. Так, распределяем везде. Будешь кайфовать по полной. Какой он жирненький, его можно было поменьше наносить. Прям вот я по ощущениям чувствую, что можно даже
все. До пят намажем. Ты локоть поставь, чтобы не напрягалась рука. Я как профессиональный массажист. Дипломированный. Ну, много, конечно, крема. Сейчас он питается. Можно, знаешь, излишки положи руку, я тебе его так вот сниму. Излишки. Можно протереть. Да, можно его, да, очень много. Крем жирный, ребят, прямо если будете носить капельку, достаточно, чтобы все, дадим впитаться. Сейчас немножечко. И я заодно побалдела. Как ощущение, Оль? Нормально. Положи рядом две ручки. Разница есть? Угу. Во-первых, это светлее. Ну, расправилась. Да, и кожа вся прям расправилась. Ты кремом сегодня пользовалась? Сегодня нет. Вот, смотри разницу, да, вот на этой мы делали. Это у нас было бездействие. Ручки обе тепленькие. То есть сразу видно, это светлее стало, и как бы кожа вся расправилась. Как по ощущениям вот самой вот. Он же не впитался совсем. Ну, вот на ладошке впитал. Даже здесь заметно, что это сухая какая. Ага. Кайф, да? Да, вот если, мне нравится... если так сделать, вообще заметно, какие они разные. А еще запах приятный. Вот пахнет это вообще здорово. Супер. Вот, Оля, такая простая процедура. 5 минут. Для себя, для души, для любимой. Можно любимому сделать с удовольствием. И всегда будешь кайфовать. Ребят, ну мы рекомендуем. Мы с Олей сейчас попробовали, пришли к выводу, что классная вещь, и тем более шикарный подарок. Можете взять одну себе, одну своей подруге или маме. И всегда будете на высоте. Успехов вам! Балдейте от нашей продукции! До новых встреч в следующих видео! Пока-пока!